Хейоу, гайз, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии, я помню, мы отнесли задание Бахте. Теперь нам нужно выполнить миссию с этим, что мы тогда выполняли, с этим раздолбаем. И да, я только что прожал ульту. Ладно, воспользуюсь ею здесь. Теперь мне за это не дают опыт. То, что опыт не дают, это плохо. Ладно. Минус. Да, точно, я сейчас кое-что еще сделаю. А именно, настройки. Мышка. Настройки управления. И... Так, версия мышки, геймпад. Игровые настройки. Обучение геймпад. Стоять. А где... Я не пойму, где этот... Помощь... Прицеливание... Серьезно, нет? Ну, если нету... Хотя тут должно быть... Кстати... Голосовой чат... Фильтрация, динамичек, разрешение, качество, качество, свечение, глобальное, отражение цвета нету. Значит, это мой скилл. Мой скилл. Так, окей. Ах, черт. Я сейчас кое-что забыл, а именно подрубить этот. Таймер подрубить нужно. Я забыл. Все. Теперь можно играть. Тут я тупанул, что таймер не подрубил. Так, ладно, плевать на псин или кто-то там. Так, ульта откдешилась. Мы сейчас все равно сюда побежим. Не хочу сдохнуть сразу же. Так, перезарядка. Тебе повезло, бугай. Да иди же, пассатижи. Все, он сгорает. Да, он сгорает. И здесь я ультану. Просто бежим. Убивать. Тихо. Вот это был сильный. Так, горящая маска. Безбашенный псих, да, он, по-моему, был, у него написано. Вот он сильный, потому что... Фу, в него сколько урона внес просто. Так, ладно, контейнер. А, деньги. И еще что-то. Модуль. Модуль это у нас... Нужно к этому отнести. Опа, фиолетовая ружка. Так, тихо. Деньги. Деньги это мой билет на... Если вдруг я умру. Билет на вторую жизнь. Так, хорошо. Ага, так,
это ТХБахе нужно вернуться. Так, пистолет АВП. На АВП нужно сразу патроны закупиться. В смысле? Бля. А чё это за крысы такие? Взяли такие втихаря, напали на меня. Зато дали, кажется, патрон на АВП. Тихо. Хилочка. Так, ТХ-баха. В смысле? Не тебе. А, точно, мы ж машины чиним. Генератор для машин. Вот, значит, машины. Варю, так, ждать. Окей. Давай рванем! Будет у нас... Так, пулемет. Создать машину. Похотили, и давай другой цвет. Порулили. Черт, не красивый. Ну что, пора и по газам. Красный, а ну-ка. Порулили. Приветствую, путник. На панели наград. Вот это, блин! Используйте так хорошо. F, чтобы использовать ускорение. Хорошо, во время движения нажмите это для фиксации турельки. Дело. Моя машинка не первая красотка на деревне, но зато разгоняется за секунду. Покатаешься, сразу поймёшь, мы увидели хотя бы брика. Всем так нравится такси блюз от скутера. Сейчас посмотрим, мне нужно сначала чекнуть задание. Есть ли у кого-то? Так, сперва нужно чекнуть у доктора. Если что потребуется, на этом пока все. Так. Так, хорошо. Сразу два задания. Так, дневники. Так, раздавлено. Это врагов нужно раздавить. Это сейчас тогда будем делать, окей. Во время того, как будем кататься. Так. А куда я хоть путь свой держу? Так, по трассе здесь на бок. И сюда, окей. Так, здесь сюда. Так, F ускорение, хорошо. Долетел. Вот черт, ты прыгаешь через струю мочи в моей машине? Эй, нет, дружище! Когда еще раз соберешься, скажи мне! Это же круто! Хорошо, лично тебе скажу. Тихо. Так, хорошо. Опа, скаги. Раз. Так, 3, 4. Так, еще двоих. Нету, хорошо. Так, здесь у нас ворота нужно открыть, да? Кратчайший путь сделаем себе. Узнать, вернуться к Зеду. Зед, малыш, я к тебе еду. Отлично. Возвращайся сюда. У меня для тебя кое-что есть. А что же это? Улучшенный щитик. Я был бы не прочь. Привет, твой путник. На панели наград в кременнике доступны новые задания. Нет, тут забег. Перекрестка по дороге в шахте. Ты встретишь. А, вы получили улучшенный инвентарь. Улучшение инвентаря. Оно открывает новый слот для экипирования оружия. Теперь вы можете использовать 3 оружия одновременно. Барда, хорошо. По имени Шеф. Так, а что бы туда использовать?
Ну, давайте вот этот. Солнцевый ветер, оптический прицел. Хорошо, фиолетовая рожка. У этого человека, кувалды, есть то, что нам нужно. И вы заберете это у него. Кувалда плохой человек, который ужасно обращался с жителями Кременника. Можете с ним не церемониться. Скажи мне кровь! Ух. Туф-туф-туф. Ой, короче. На кого я трачу свои патроны? Готово. Так. Задание, так, сбор. О, это невыносимый, хорошо. Так, раздавлено, это хорошо. Встретиться с Шепором. Выполнено. Так, ладно, поехали. Так, Брик, давай по-быстрому. С мужичком поболтаем. Сколько заданий? Раков убито. Так, у меня сразу 4 задания здесь еще сделать нужно. Хорошо. Вот здесь, да, цель. Как будто в тире. Так, там, по-моему, ружка упала. Да-да-да, ВП. Огненная ВП. Огненная ВП, это хорошо. Так, там... Так, патроны есть, патроны, патроны. Денежка. Так, хорошо. Нужно будет, ладно, потом... Задание. Нормально нужно сразу делать. Ключ от ворот шахты. Так, стопор убран. Стопор, ага, тут в этой локации тоже, окей. Новый скак. Ох. Безбашенные новые скаки. Так, 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 они мне машину портят. Значит, машина может и взорваться. Тык. Так, хорошо. Ага, пускай машина лекается. А я пока придумаю план. Хорошо, сейчас тогда через здесь гору пролетаю. Поехали, все. Хватит мне. Должно хватить. Ой. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Я не хотел. Сори. Пипец. Ууу, тут теперь знаешь, с кем я связался. Так, а теперь думаю, где мне взять машину. Ближайшее это там, да? На заправке.
Ладно, пока добегу. Заюзаю ульту. Отвлекаюсь. Так, и нужно будет прокачать навык. Блин, медленная ульта у меня. Отправляемся в путь! Поехали уже! Поехали. Ага, так у меня ульта сбрасывается сразу. Прикольно. Недоработки. Так. Ага, продолжительность берсерка нет. Это херовое теперь для меня. Урон в ближнем бою. Урон в ближнем бою. Блин, ну ладно, давайте урон. Так и запомни, что теперь все псины мне очень сильно дамажат. Поэтому буду с ними их не давить, а расстреливать. Вот и все, и нету его больше. А, еще один. Ну, короче, много мне нанес, это когда он начал дышать. Зараза, так килка. Килка, патроны. Лекаемся. Зараза. Так, поехали. Так, тихо. Так, головорезы, тихо. Ой, качок. Так, спину бьют. Это не здесь, окей. Это где-то вот здесь. А, мне скважинки типа нужно пробурить. Сейчас все сделаем тогда. Зачистка сделана, еще нет, окей. Тихо, раз. Два. Нужно было ракетницу ставить. Давай, Брик, по шустрам все сделаем. Поедем отсюда. И нужно будет по пути еще сдать одно здание. Так, раз. Тихо. Не падай. Так, два. И третий здесь, да? Так, патроны, деньги. С той стороны. Тут ничего нету. Сундуки. Там склад какой-то нарисован.
Да, туда забраться можно. Сейчас туда заберемся. Так, сперва я попробую дверь. Открывается. Оптический прицел. Хорошо. Высокая эффективность против незащищенных. Это я читал. Скорострельность здесь будет намного хуже. Но здесь лучше точность и повреждение. Ладно, будем разбираться. Приветствую, путник. На панели наград в кременнике доступны новые задания. Спасибо, железяк. Так, окей, вижу сейф. Здесь ничего. Ох, это сейчас может взорваться. Если кто-то по мне попадет, ну... Это навряд ли. Так, что-то здесь есть? О. Это 76-й день. Я проснулась в надежде. Тихо. Надежда ты. Это сейчас я вот это, да, делаю? Трудно. Что мне снова приснился тот же самый кошмар. Мы провели больше 36 часов, перемещая наш лагерь ближе к раскопкам, только чтобы попасть в засаду к местным диким зверям, изголодавшимся после зимней спячки. Половину моих людей скаги сожрали или убили. Я уцелела, спрятавшись под коллегой, которого рвали надо мной на части. Его звали Карл. Мои чувства отключились, и я не скорбела ни по кому из них. На самом деле, моим единственным чувством была радость. Мне было радостно, потому что его кресло намного удобнее моего. Я забрала его кресло. И потом заметила свет, идущий от камней на раскопках. День 119. Я сидела в душе, в слезах почти час. Бля, это с патронами. Интересно, принимая во внимание, что у нас несколько дней нет воды. Оказалось, что это обычный белый. Мой здравый смысл испаряется так же, как и рабочие на моих раскопках. Изучая символы и светящиеся узоры на месте раскопок, мы, наконец, извлекли из-под земли доказательства, служащие свидетельством существования жизни пришельцев, которая была здесь, на Пандоре. Но праздник получился довольно грустным, так как осталось лишь двое из моих коллег. И я не очень люблю ту толстую девицу. Чему? Мне говорили, что научные исследования требуют жертв. Но до настоящего времени я не понимаю, что это значит. Рота, что тут враги будут постоянно появляться. Научный консультант корпорации Даль, день первый на планете Пандора. Мое начальство отправило меня в этот сектор, чтобы обнаружить признаки инопланетной технологии, аналогичные найденным компанией Атлант в руинах на Прометее. Технологии, благодаря которой они обрели свое нынешнее могущество. Такая находка на этом голом камне кажется неправдоподобной с точки зрения астрономии. Но мои покровители верят в успех настолько, что готовы зря тратить на это мой талант. Я нахожусь здесь всего 3 часа и почти уверена, что эта планета прикончит меня. Так еще 3 места. Ученые не охотятся за мифами и легендами. Так, сейчас я хочу пекарь посмотреть, тот, который подобрал. Ох, я буду его использовать, хорошо. День 43 на Пандоре. По крайней мере, мне кажется, что я нахожусь тут 43 дня. Мне кажется, здесь будет сейчас пиздец, если здесь псы были где-то 14 уровня, ну, 3-го, 13-го. Трудно привыкнуть к лунному циклу. Это будет пиздец. Планета вращается так, что день длится 90 часов. Люди, населяющие этот просовенный комок пыли, так же невежественны, как и во всей галактике. Когда я в интересах науки разыскиваю нечто вроде хранилища, мне в ответ рассказывают детские стишки или рассказывают о знакомом, у которого был знакомый,
Они впадают в ступор, и я начинаю думать, что они пьяны или не в себе и уже забыли о моем присутствии. Если бы я верила в существование ада, я бы сравнила его с Пандорой. По иронии судьбы, эта вера могла бы примирить меня с этими неандертальцами. Так. Освобожу немного места, потому что я вижу, там дальше будет пипец, мне еще миссий. Сложно использовать новые возможности со старым снаряжением. Купите новое. Снаряжение на планете. Так, ладно. Миссия, что у меня? Мне нужно сейчас к ней еще задать задание. Так, ну это уже другие локации. Так, и все, главное, тяжелое. С рейдером побазарить и еще один день какой-то там. Поехали. Получается, отсюда мы поедем и сюда заберем диск по-быстрому. И все. И у нас уже время кончается. Все, успокойтесь, идите в сраку. Это сюда, да? Ладно, поехали за диском. Так, я здесь могу, да, проехать? Скажите, что подразумеваться проехать? Тринадцатого, окей. Я валю отсюда. Либо туда заехать. Блин. Очень проблематично. Я вижу сохранялку. Есть. Окей, поехали сюда. Блин, куда я заехал? Ну-ка. Еще какие-то ворота. Так, мне сюда. Да? Да. Бедная моя машина. Так, ладно. Так, я где-то здесь видел. Ага, вот она. Сейчас ракетницы поставлю. Не стесняйся.
Пора и по газам. Так. Такси блюз. Ракетница. Создать. Поехали уже. А ну-ка, посмотрим, насколько это будет мощно. Ну-ка, давай на этих. Ноль. Ноль полезности. Пипец. Куда-то он, значит, пролетел, просто взорвался в воздухе. Отлично. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Обратно-обратно машину. Здоровяка нужно задавить. Ля, он меня просто сломал своим телом, как. Так, что здесь у нас есть? Нет, 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 тихо. Чай. Сука, беги, в машине, сука, беги. Потом туда вернусь. А, то есть хотите сказать, они меня типа не видели, да? Прикольно. Так давайте, вылазьте, чё вы. Юбка выманил. Серьезно? Бля, вы что, серьезно? Суицидник ебаный. Пипец, брик-то очень большой. Хорошая пушка. Так, как раз 3 грины. На-на-но. Есть одно. Проходи. Вот они, наверное, и тоже не смогли так пройти, как я. Уровень не подходит, блин. Стали просто миссии очень плохие для меня. Ладно. Нужно как-то будет сейчас забрать тогда тех. Окей. День 172. Все, я уезжаю отсюда. Толстая девушка оказалась под завалом, когда сегодня обрушились руины пришельцев. Она не сразу умерла.
и умоляла меня избавить ее от страданий, когда захлебывалась разными жидкостями и желчью. Я сомневалась, потому что она единственная, кроме меня, оставалась в живых. Пока она захлебывалась, кашляла и умирала, я пыталась наслаждаться общением, воображая, что разговариваю с ней, поскольку знала, что следующий разговор мне предстоит не скоро. Когда я, наконец, собралась ее придушить, чтобы продолжить расследование, то поняла, что она пожалела о своем решении. Скаги долго ждали пищи. Сегодня они не остались голодными. Все, едем, короче, все сдавать. Надеюсь, я обнусь. Тупые скаги. Ай, все, поехал я отсюда. Минус. А у меня в инвентаре есть место. Так, хорошо, что у меня по оружию? Продам. Так, у меня еще 4 свободных места. Едем, короче, в начальное место. Так, сделаю, короче, на доске объявления заданий, по базарю. Зедом, если у него еще задание есть. Зед, как там у тебя? Тебе что-то нужно? Нет. У тебя есть все. Так, ну, в принципе, ладно. А теперь... По заданию сейчас чекнем и можно заканчивать. Тяжело, нормально. Там снайперка будет. Трудно. Да, надо, короче, на следующей серии будет 2 задания. Собирать будем по кусочкам себе снайперку. И пойдем на арену. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, друзья. До новых встреч. Пока.